Символично, но именно на площади Победы во вторник состоялся митинг в поддержку результатов референдума в Крыму. Неравнодушных ивановцев здесь собралось немногим меньше, чем в минувшую пятницу на площади Пушкина. Правда, как и тогда, разбиты они были на группы по корпоративному принципу, что наталкивает на мысли о принудительном характере народного волеизъявления. Но, по словам митингующих, здесь они собрались по своей воле, чтобы поддержать братьев-крымчан. Естественно, солидарность с народом Крыма, естественно, поддержка народа Крыма, естественно, гражданская позиция. На сцене, кроме громких речей, песни и танцы. Во-первых, чтобы согреться, погода выдалась по-русски суровая. А во-вторых, чтобы вместе порадоваться и отметить, по словам самих собравшихся, историческое событие – присоединение Крыма. Причем здесь не только жители областного центра. Мы приехали из Шуи и считаем, что это историческое событие, к которому наши народы стремились, наверное, лет сколько у нас прошло? Почти 60. Это великий праздник для нас. Там живут наши кровные братья. Мы должны их всегда поддерживать. И слава Богу, что это произошло. Разительно единодушно со старшим поколением молодежь. Более того, у молодых людей есть своя позиция насчет заявления американского президента о непризнании Соединенными Штатами крымского референдума. Каждый думает по-своему, каждый поддерживает свои идеи. И думаю, что холодная война, как бы кто ни говорил, что она закончилась, она всегда будет продолжаться между Россией и Америкой. Флаги на площади Победы развивались еще долго. Много лозунгов и добрых слов в поддержку крымчан. Так, можно сказать, хлебом и солью ивановцы приветствовали Крым в составе России. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.